Всем привет, ребят. Ну что, добрался до компа, решил заснять ночной видосик прохождения битвы Гидлей стареньким составом. Почему стареньким? У меня на твинке есть кубчик, Хроун. Именно Таврик вот такой вот. Я хочу попробовать жахнуть топа. В прошлый раз мы бегали таким Минотавром и просто тупо не добивал здания. Посмотрим, что будет под Купидоном. Интересно все-таки посмотреть, сможем ли мы выбить побольше зданий. У нас тут вроде неплохие топы. Где там 1.5? Вот он. Так, ну хрен его знает. Поехали, попробуем. Попробуем сейчас снять юнитов. Так, надо как-то так закинуть Минотавра. Бум. Ровно 2000. Ну просто изи как-то. Под бафами выбивает нормально. Так, ну что, пробуем еще разок. Так, фрейка есть, отлично. Ну, еще раз соточка. Блин, ну не знаю, вроде нормально. Минотаврик у нас я докачал 10-10, я поставил пакт плюс дрога. Не максимальная прокачка, вылетает все полностью нафиг. В принципе, огонь. Мне нравится эта сборочка. Так, окей, поехали еще. Ну, я думаю, скоро пофиксят нам Минотавра. Вряд ли мы так сможем бегать. Что-то смотрю, всех ладных прям повыставляли. Так, тут у нас будет посложнее, думаю. Ой-ой-ой, не ударили. Слили. Это мы как-то ворожея подслили быстро. Попробуем сейчас землеройку вытащить. Я рановато, походу, выкинул. Фига себе сливаются. Ну. Нифига не бьют. По-моему, этот был самый сложный, или этот. Вон. Да, сложно, а там. Однако сложно Минотаврику попасть. Просто изи. Как по мне сейчас, ну,
пока Минотавра не поменяют, точнее Дрогу не пофиксят, битва гильдии вообще просто изи вся. Так, 102. Один. Идем этого попробуем. 102. Да, таким составом, конечно, просто налегке можно бегать. Нифига себе там проседает. Бардик. Так, ну вроде все. Минотавр улетел. Каким-то образом он так быстро улетел у нас. Да, в принципе, можно даже 14 не качать, хватает Минотавра с головой против зданий. Опять соточка. Рон тащит, ребята. Хранителя Купидона еще никто не отменял. Так, тут у нас будет поинтереснее. Это нам так зацепиться нормально можно будет. Плюс Купидона то, что он бафает на скорость. То есть однозначно, если Купидон у нас включится, Минотавр быстрее добежит. Ворожей снимет дебафы. В принципе, нам этого состава вполне хватает. Так. Главное попасть под космо нормально. Поехали. Ну-ну-ну-ну, Минотаврик, бей! Не, не достал. Чуть-чуть не хватило. Интересно, а так он не бьет, бить не будет. Еще плюс в таком составе у нас есть бард, на которого можно повешать питомца, и он просто реснет еще дополнительно кого-то, тоже однозначно плюс. Наверное, через ворожая забежит. Так, Купидона минус нули. Я себе нас минус нули. Нас минус нули, зато мы тоже всех минус нули. Ну-ну-ну, Минотаврик, давай! Бей! Красава! Изи просто. Как видите, топ-5. Даже на 7-е место вышли. В общем, вот так вот, ребятушки. Такая вот ночная битва гильдии. Ну, не знаю. Минотаврик меня зашел даже с такой сборки. Ну, я показывал вариант с маской. На основе с маской тоже довольно-таки неплох. Но тут не прокачанный, всего лишь 11-й скилл. И его вполне хватает. Нормально раздавать вполне. Ну тут дамага у нас
побольше, хотя, в принципе, маски дамага вроде больше. И маска, он может в инвизе добежать, еще тоже однозначно плюс. Но тут скилл не прокачанный, поэтому лично смотрите, что делает. Закидываем бардика. Фига себе, юниты хилятся. Боленько. Вот, Минотаврик у нас раз ударил. Давай, Минотаврище, тащи. Нет, второй не получилось. В общем, как видите, довольно-таки неплохо. Даже такая вариация. Старенькие герои, Хранитель и Купидончик делают чудеса, усиляют. И без проблем можно танчить топом. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.